Тут нет тебе места. Жалкий, уходи отсюда. Мерзкий. Отдай, отдай. Он не умеет говорить, не может разговаривать. Вставай, сынок. Говори же, Али, неудачник. Ты не понимаешь? Тебе нет места среди нас. Нет места тебе тут. Уходи давай, уходи. На его состояние, посмотри, жалкий. Больше мы тебя тут видеть не будем. Понимаешь? Понимаешь меня? Кому такой, как ты, нужен? Кому нужен такой, как ты? Он идет. Он идет. Он идет, уходи, уходи. Что с тобой происходит? Уходи. Уходи. Что такое? Уходи отсюда. Али. Али, ты в порядке? Али, пойдем. Что-то есть? Очень плохо. Пойдем. Пойдем. Почему ты даешь себя бить? Почему молчишь? Все пройдет, будет хорошо. Хорошо? Постой, постой, хорошо. Я же не могу быть всегда рядом с тобой. Не будешь давать себя бить. Беги, если ничего не можешь сделать. Почему просто стоишь? Али, почему ты молчал, когда они тебя били? Может бы, они со мной поиграли. Будто самого не хватает. Еще и кролика привел на нашу голову. Али. Что я говорю? Али, я тебе сказал. Отвечай же! Хикмет. Из-за тебя я не могу выходить в люди. Смотри. Хотя бы раз назови меня отцом. Хотя бы раз назови папой. Оставь ребенка. Скажешь, еще как скажешь. Папа. Давай, папа. Папа. Он ребенок, ребенок. Папа. Оставь ребенка, он болен. Не начиная его болезни. Что делают дети? Этот два слова связать не может. Господи. Господи, какие грехи я сделал, что ты послал мне инвалида. Он не инвалид, понял? Он не инвалид. Я приведу вас в чувство. Хикмет! Вставай. Вставай, вставай. Все прошло, все прошло. Я и тебя. Твоего кролика. Нет, нет.
Хикмет! Нет! Нет, что ты делаешь? Я тебя... Оставь! Не делай! Не делай! Не делай! Ахмед! Тихо. Отойдите! Нет! Я приведу вас в чувство. Не делай! Довольно! Не делай! Я приведу вас в чувство. Я приведу вас в чувство. Не делай! Мне жаль, но ничего не поделаешь, малыш. Ничего не поделаешь. Он ушел в рай? Нельзя, чтобы не уходил. Перед тем, как отправить его в рай, если бы я начал его лечить, то вылечил бы. Врачи всех спасают. Господин Адиль, совет директоров готов, ждут вас. Даем понемногу. Хорошо, через 2 часа я снова зайду. Спасибо. Пусть все пройдет, спасибо. Доброе утро. Доброе утро. Новый ассистент сегодня придет, да? Да, не могу объяснить, насколько я счастлива. Мы сильно устали. Да, если, конечно, выдержит великолепного фермана. Причем тут это? Жалко и учителя. Доброе утро. Как дела, красавица? Хорошо, твои? И господин Демир, какой, по-твоему, новый ассистент? Раз выбрал доктора Адиль, то он точно старый. Много лет ассистент, доктору Адилю стало жаль, и он взял его на работу. По-моему, молодой, как яд, отличник и парень. Спорим? Кто выиграет, тот будет месяц угощать едой. Нет уж. Минутку, я спорю, спорю. Женщина. Я говорю, женщина. Да. Но не очень. Да, кто-то дает больше. Не очень такая, скучная еще. Какие вы плохие. Будьте немного позитивнее. По-моему, хороший будет. Увидите. Мелик. По-моему, скучный тип будет. Как пить дать? Приземляемся в Стамбуле. Пожалуйста, внимание. Просим вас пройти на регистрацию. Мам,
Мама! Да. Да, я в аэропорту. Я иду. Те, кто летит в Трабзон 316, полет готов. Будьте осторожны, пожалуйста. Сынок! Скорую! Вызовите скорую! Отойди. Отойдите, я врач. Доктор. Доктор. Есть порез на сонной артерии. Мне срочно нужно чистое полотенце. У меня есть. Ты душишь его. Я останавливаю кровотечение. Убиваешь его. Что ты говоришь? Ты держишь полотенце не в том месте. Я хорошо помню анатомию, прекрасно знаю, где сонная артерия. Он не взрослый, он ребенок. Ты давишь на него. Нужно держать немного выше. Вот так. Не бойтесь. Это лечится. Ты врач? Врач Али. Я ассистент в больнице. Врач с аутизмом? Именно так. Врач, которого я вам предлагаю, с синдромом аутизма, но у него есть талант. Он смог закончить медицинский факультет, еще и на отлично. Его хирургия очень чиста, как и его талант. Не переживайте, я очень хорошо его знаю. Я узнал Али, когда работал ветеринаром. Ему было тогда 7 лет. Он листал медицинские журналы. Смотрю на него, а он все органы уже выучил. Вена... артерии и капилляры. Я не говорю о зубрежке органов. Он знал полностью анатомию всего организма наизусть. Будто он все их видел. Он мог их рисовать. Он вырос и поступил на медицинский факультет. После окончания был на стажировке. Теперь он готов. Минутку, мне правда сложно понять. Как смог сделать все это тот, у кого аутизм? Потому что Али не только аутизмом страдает. У него также синдром Саванта. Как вы знаете, синдром Саванта классифицируется тем, что придает некий талант. Я говорю об особенных талантах. Память, которой ни у кого нет, и мозги. Самое главное, Али видит то, чего не видим мы. Смотрит с такой стороны, что при первом же взгляде понимает. Происходит наполнение с левой стороны у ребенка. Это плохо? Я не вижу. Давление поднимается. Он дышит сейчас. Это парадоксально происходит. Сначала нужно проверить его дыхание.
Нет ответа. Давление падает. Есть нож у кого-нибудь? Нож есть? Нужно начать. Скоро он перестанет дышать. Куда ты идешь? Стой, не уходи. Уважаемый Юсуф Акай. Здравствуйте. Я могу взять у вас нож? Вот тот красный нож подойдет. Он мне поможет. Братец, у тебя что, дел нет? Иди давай. Эй, стой! Ловите его! У него нож, ловите его! Попался. Отвезите его в больницу. Оставьте его. Оставьте его. Он спасает моего сына, он врач. Врач? Волнующе. Волнующе? Госпожа Белис, ваши уши слышат то, что вы говорите. У этого парня аутизм, не так ли, доктор Адиль? Мое отделение не реабилитационный центр. Если ваше отделение другое, то учитель Адиль главный врач этой больницы. Я уверена, он не в меньшей степени думает о нашей больнице, не так ли? Но все же человек сомневается. То есть вы провели с ним время, наблюдали за ним. Вы уверены, что, несмотря на положение господина Али, он справится с этой профессией? Так же, как уверен в этих руках. Простите, простите. Простите, пожалуйста. Надрез производится на 2 ребра ниже. Меньше вероятность задеть нервы. Брат, тут происходит что-то невероятное. Человек на наших глазах проводит операцию. Невероятно. Не бойся. Все понятно, но зачем эта бутылка? Воздух продолжит выходить и скапливаться, пока это не исправить. Трубка позволит вывести воздух, а жидкость в бутылке помешает ему вернуться. То есть ты сделал обратный клапан? Да, чтобы не дышал. Ты спас его. Он спас его жизнь. Спасибо. Спасибо. Спасибо, хорошо. Хорошо, хорошо. Сейчас он дышит, но у него может быть кровотечение. Его нужно отвезти в больницу срочно. Вы не едете? Мне нужно было кое-куда. А если в дороге с моим сыном что-то случится? Откройте, откройте. Браво! 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 О чем я тут говорю? Хорошо, мы поняли, он способный хирург. А что будем делать с общением с пациентами и с близкими пациентов? Конечно, он не владеет социальными навыками так же, как и мы. Спасибо. Других вопросов нет. Да, в вопросе общения он находится на уровне ниже среднего. Он более закрыт в себе. Ему тяжело контролировать ежедневное общение с людьми. Но немного практики, и он всему научится, не так ли? Хорошо, но для нас, как для больницы, самое главное — показать здоровье пациента, а не врачи. Не так ли, Мелис? По-моему, если мы проведем с господином Али интервью, мы поймем ситуацию лучше. Где господин Али?
Он давно должен был быть здесь. Думаю, возникла какая-то проблема. Посмотри, какой маленький. Он родился слишком рано. Как будет хорошо, если у нас будет ребенок. Отправьте нашего пациента с травмой брюшной полости, который находится в отделе скорой помощи, к доктору Ахмеду Демиру из кардиологического центра. Подготовьте господина Мутло из 120-й палаты к операции. Перенесем мои завтрашние записи на 3 часа после обеда. Получим согласие от семей на пересадку органов. Доктор Фирман? Что такое? 22 недели. После снятия воспаления состояние не улучшается. В брюшной полости свободный воздух. Признак перфорации. Что еще? В кишечнике наблюдается некроз тканей на рентгене. Срочная операция. Доктор, но он очень слаб, он останется на операционном столе. Какова вероятность, что он выживет без операции? Какова? Я тоже так думаю. Объясните семье ситуацию и получите согласие. Они примут решение. Хорошо, доктор. Продолжим, друзья. Госпожа Элиф, мы осмотрели вашего ребенка. Единственный выход – это операция. Тогда он поправится, так ведь? Мы не можем гарантировать. Но есть шанс. Госпожа Элиф, мы сделаем все, что в наших силах, но шанс на выживание 20 из 100. Послушайте, послушайте, я понимаю. Ты не можешь понять. Я много лет его ждала. Лечение, выкидыши, искусственное оплодотворение. Спустя годы произошло чудо. Только подумала, что возьму его в руки. Он родился недоношенным. Я даже не взяла его в руки в первый раз. Не вдохнула запах. Не кормила. Даже имя ему еще не дала. Послушайте, если в этой стране есть доктор, который спасет вашего ребенка, то это доктор Фирман, хорошо? Послушайте, госпожа Элиф, я наблюдала много недоношенных детей. Из-за того, что он маленький, он кажется вам слабым, но наоборот, он еще сильнее. Несмотря на незрелые органы, он борется, не сдается. Хорошо? Тогда и вы от него не откажетесь. Вы дадите мне слово, что спасете моего ребенка. Послушайте, пожалуйста, обещайте мне. Назлы, нам пора. Пожалуйста, госпожа Элиф. Если вы не пообещаете, я не дам согласия. Послушайте. Ради бога, пообещайте мне. Назлы. Пожалуйста. Пожалуйста, пообещайте мне. Ради бога, пообещайте. Хорошо, обещаю. 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 Вы его спасете, так ведь? Мне нужно в больницу Берхаят. Тогда ты в нужной тебе скорой. Он имеет в виду, мы едем туда. Спасибо. Али.
Можно мне стать врачом? С чего ты это сейчас? Я спасу всех, прежде чем они попадут в рай. Ты молодец. Мой брат будет лучшим врачом. ЭКГ изменилось. Такое же. 86. Нет, оно было выше, сейчас упало. Нет, оно было 86, и сейчас 86. Нет, он был выше, сейчас упало. Напряжение упало. Что случилось? Что он говорит? Брат, ребенок в порядке. Не волнуйся, ничего нет. Есть проблема. Дай мне терпение, Боже. Я же сказал, ничего нет. Умирает мой сын. Умирает, умирает. Эхо. Эхо. Куда ты? На операцию. Ты не идешь. Но, доктор, я обещала. Именно из-за этого и не заходишь. Я слышал твой разговор с пациенткой. В такой ситуации ты никому ничего не можешь обещать. Ты прыгаешь выше головы. Доктор, но я... У меня есть работа. Давай, Демир. Откройте, откройте. Быстро, быстро. Эхо. Откройте, откройте, дайте пройти. Новый пациент, произошла авария. Эхо, эхо. Каково состояние? Мальчик 8 лет, упал на осколки. Множественные порезы и внутреннее кровотечение. Промоем рану, проведем осмотр. Нужно эхо, срочно, нужно эхо. Ты кто? Это он сделал все. Хорошо, завозите внутрь. Эхо, 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 эхо. Стой, стой. ЭКГ в норме, у него кровотечение в другом месте. Эхокардиография. Не кричи. Не кричи же, его сердце в порядке. Нет. Пусть ждет здесь, если не будет, выведите. Хорошо. Куда ты? Эхо. Помоги. Эхо. Куда ты? Эхо. Пойдем. Эхо. Эхо кардиографии. Эхо. Давай, дружище, иди по своим делам, не вынуждай нас. Эхо. 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 Положа руку на сердце, признайтесь. Если бы там не было указано аутизм, все бы вы бегали за таким ассистентом. Хорошо, но там указано. Разве это справедливо? Я вас спрашиваю, это справедливо? Господин Адиль, в команде врач с аутизмом. Представьте себе, как мы будем выглядеть со стороны. Как лучшие люди. Вы не понимаете? Если мы возьмем этого парня, мы можем дать таким, как он, надежду. Вы думаете, перед вами только один такой Али? Вы ошибаетесь. Перед вами миллионы молодых людей с аутизмом. Снаружи они ждут перед закрытыми дверями. Откроем эти двери. Пригласим их внутрь. Скажем, не сдавайтесь. Не отказывайтесь от своих мечт. Не думайте, что вы хуже. Вы сможете. У вас тоже есть шанс в этой жизни. Скажем, что у вас тоже есть право жить, так же, как и у всех.
Мы можем сделать эту больницу лучше, Мелис. Я не прошу у вас что-то для Али. Я прошу для нас. У вас. Раз мы не поговорили с господином Али, хочу провести голосование. Кто против того, чтобы он работал в этой больнице? Понятно. Многие проголосовали против того, чтобы Али Вифа работал в этой больнице. Товарищ, ты не понимаешь? Доктора и так начали лечение пациента. Нет ничего, чтобы ты мог сделать. Уходи, уходи отсюда. Тебе здесь не место. Тебе здесь нет места, сынок, а теперь уходи. Смотри, что я тебе купил. И себе тоже. Открой же. Ты же говорил мне, что станешь доктором. Смотри, теперь у тебя есть инструменты. Смотри, братец. Кто бы что ни говорил, никого не слушай. Потому что ты самый умный человек среди нас. Ты станешь доктором, хорошо? Если в будущем со мной что-то случится, ты спасешь меня. Обещаешь? Ты молодец. Эхо. 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 Госпожа Салмаз Гюлер, господин Медет Бакан, господин Мустафа Ака, госпожа Салмаз Гюлер, господин Медет Бакан, господин Мустафа Ака, эхо. Срочно ожидаются в банке крови. Скажите, что ребенок жив. Кто-то должен сказать семье. Что? Их дочь оказалась бойцом. Господин Семихьяй, господин Семихьяй. Доктор? Пришел срочно больной, у него внутреннее кровотечение. Сейчас же его в операционную, я сейчас приду. Эй. Другой человек сообщит новость семье ребенка. Хорошо. Конечно, доктор.
Наш специалист, господин Ферман, завершил операцию вашего ребенка. Он сумел. Она будет жить. Спасибо огромное. Спасибо. Хорошо, хорошо. Большое вам спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Я отправлю к вам человека. Спасибо большое. Отправлю человека, он напишет вам все детально. Большое спасибо. Я позже приду. Она спасена. Она спасена.